Ух ты, и снова я. Александр Криволап, печенеги. Лилии красивые. Здесь петуньи. Здесь богатая невеста. Здесь лилии. Смотри. Лилии красивые. Здесь лилии красавицы. Петуньи, читки. Красавица, лилии. А рядышком такая красота. Такая красота. Богатая невеста. Как много. Идем далее. Учиток. Такая лилия. Такая красавица. Маленькая. Такие красавицы. Богатая невеста. Эремурус, семена созревают. Такие лилии, лилии красивые, такие, как и ты. Такие красавицы. Смотрите, сколько семян эремуруса. Это же надо их кому-то где-то посеять. А мы просто выбросим, наверное. Ну, пускай созреют, а там оно видно будет. Лилии красивые, красивые. Люблю я желтые лилии. Ярко-желтые лилии. Очень нравится. Такие. Зимостойкий кактус. Просто красивая клумба. Клумбочка красивая с цветами. У нас на улице. Петуньи.
жасмин. Смотри, какие красивые. Лилии красивые. Красавицы. Отчиток темного цвета. Ну, я обалдею от лилий. Ребята, я просто обалдею от этих ярко-желтых лилий. Я обалдею. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, Печенеги. Пока-пока, ребята.